Съездившая в Египет, россиянка пожаловалась на антисанитарию и высокие цены на местных базарах. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе Яндекс.Дзен. По словам автора статьи, наиболее спокойная обстановка для отдыхающих в отелях и на туристических улицах, где нет риска столкнуться с попрошайками и навязчивыми торговцами. Рынков, куда ходят местные жители, путешественница посоветовала избегать. Так, на одном из базаров блогерша наблюдала грязь, неприятный запах, экскременты животных, а также гнилые фрукты, которые лежали на прилавках вместе со свежими продуктами. Также туристка неприятно удивилась высокими ценами. Самыми дорогими фруктами были яблоки, они стоили 20 египетских фунтов, почти 100 рублей за килограмм, а чай обошелся в 120-й год фунтов за килограмм. Скажу честно, второй раз на фруктовый базар в Хургаде я не приду. Тем более ехать издалека не стоит, резюмировала девушка. Ранее в мае россиянка съездила в Египет и описала отпуск фразой ⁇ больно смотреть ⁇ Туристка посетила Каир и ужаснулась жилищными условиями местных. Так, она отметила ветхие дома, голодных детей на улицах и антисанитарию в магазинах. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.